Приветствую вас, мои уважаемые подписчики, вот и залетает новый видеоролик. В этом видеоролике мы будем опять играть на сервере Richmond, то есть это вторая часть предыдущего видеоролика. На следующий день мы отправились в казик выигрывать баб. Братва, казино не является способом заработка, это всего лишь развлечение. Прежде чем туда пойти, подумай 100 раз, ведь казик может забрать все. Но также может и дать. А если ты еще не играешь у нас на проекте, переходи по ссылке в описании, скачивай лаунчер и заходи в игру. А для комфортной игры тебе понадобится самый лучший промокод. Когда ты зайдешь в игру, ты нажимаешь на F10, нажимаешь на шестеренку, нажимаешь на промокод, вводишь сюда вот этот промокод, заходишь в подарки, забираешь випку на 10 дней, и 12 500 долларов тебе будет капать до 5 уровня, а также x2 опыта и x2 пособия. Если ты хочешь поиграть со мной в казино, но одно запомни, что я не являюсь никаким ни гуру казино и не предоставляю никаких услуг, мы просто идем играть вместе и делать контент. Тебе нужно перейти в описании в мою группу ВКонтакте, также Дискорд и Телеграм. Там мы спишемся, но в казик мы ходим только на стримах. Не нужно мне писать в ЛС, там вот у меня есть столько, пойдем играть. Играю я от 3000 фишек, это 300 тысяч долларов. Не меньше, но можно и больше. Братва, хочу вас попросить подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы приходили уведомления, поставить лайк и написать топовый комментарий. Ведь совсем скоро будет 9000 подписчиков. А всем, кто кушает, приятного аппетита и всем приятного просмотра. Схемы, блядь, напиздили. На чё играть? И смотри, как пожар будет тушиться, блядь. Быстрее этот заполняться будет. Я не понял, как это работает, блядь. Ну, короче, разрешение меняешь. Ебать, нихуя пожарник выехал, ебать. Ну, эта строчка махом заполняет, короче, когда разрешение убираешь. ФПС, короче, повышаешь, блядь. Все, еду, у меня быстро работает. Нихуя слышу, что ты еду. Смотрю, с левой стороны пожарник хуярит в меня прям, сука. Нихуя, блядь. Встретились это вообще по полям где-то, по горам хуярит. Сюда сходу 7 плюсом. Ты сам-то не играл? Я играл. Не-не-не, вообще говорю, сейчас сегодня. А, не-не-не-не-не. 15 упало. Ну-ка, сейчас бы, знаешь, 15 тысяч бы зарядить на число, и прикинь, залетает. Болтос, нахуй. Да. Было бы охуенно. Просто идеально, нахуй. Блять, смотри, вообще ничего давать не будет. Жаба ебаная. Жаба. Жаба ебаная. Ну, то есть подушки, если когда хоть одно число угадается, это уже, ну, да, уже плюс, да, уже плюс. Ну да, слушай, вот, блядь, перестаешь ставить на 26, блядь, она начинает 26 давать. Блять, вот мразь ебаная. А я-то думаю, что так тихо, ебать, у меня просто звуки в игре. Звуки заглушил. Да-да-да, звуки заглушил. Этих-то долбоебов слышно. Да, они там орут, пиздец. Ой, 13, накати по-братски, давай.
13, умоляю. Во, заебись, мы в плюсе нахуй. Ну, по прокруту даже знаешь? Да-да-да. Не наебешь, не проживешь, да? Хочешь у меня крутиться, блядь. Давай нули. А, нет, это у нас 28, блядь. А, нет, это 15 опять. Эх, блядь, на пятерку чисто вот. На пятерку, блядь. Давай на двадцаточку. Мастерские, блядь, попадания. Блядь, ну почему... Подбешивает порой. Угу. Девятка тут какого-то хуя нарисовалась, блядь. Просто интересно, блядь. Ну да, после 15 вообще редко падает, что-то первый сектор обращал внимание. Сейчас 14 накатит. А, вообще шестерку, блядь. Пиздец. Угла интересно даст, не даст, блядь. Блядь, надо еще, чтоб что-то залетело, ну. Чё за хуйня? Давай, прыгай. Ой, 27, давай 27. Ой, это 20... Это 27. Нихуя, блядь. Подвушки. Опять, сука, в 9 миллионов в плюсе, блядь. Ну это, знаешь, дает, блядь, бери. Потом заберет. Потом заберет свою. Да. Блядь, что, еще лимита нету, что ли? Сделали здесь. Сейчас, либо следующий, последний. Ну сейчас залетит. Не, это ноль. Я уже думал, сейчас на 17 попрыгает. Двадцать семь, ну, два нуля, давай. 27, 1, все. 500. Давай, два нуля, дай. Все. Но было бы неплохо. Сейчас бы, если бы дала бы. Не, и 2-0, где мы обналичиваемся. Обналичиваемся, так, 144 тысячи пишет. Сеньор, здравствуйте, вы нарушили дорожный кодекс? Ох, нифига, а я один нарушил дорожный кодекс? Ну вы как бы могли заметить, мы подъехали к парковке и ждали тех, кто нарушает. Вы первые при наших глазах. Я штраф платить не буду, можете одевать наручники. Документы, и в КТЗ. Документы мне, покажите ваши. Да, показал паспорт. Документы знакомлюсь. Слава. Значит, документы у вас в порядке. Так, права не имеются, держите ваши документы. Документы, выбрал, пожалуйста, документы. На свой автомобиль. Достал документы на автомобиль, показал. Там документы на автомобиль знакомлюсь. Номер 333. В порядке, сеньор, держите, пожалуйста, паспорт. Достану под бронежилет, жилета, штрафной тикеточек, заполню данные, передам для подписи платы штрафа. 31 статья ДК. Я каждый день такую статью нарушаю, каждый день. По 10 сеньор, держите ваш тикеточку, терминал возьмите подписи. Сеньор, стойте на месте, вы задержаны по сети. Да, арестовывайте, ничего платить не буду. Государство не обеднеет. Ну как это, дело не в этом. Левой рукой прохлопывает верхний, ниже слоя одежды человека напротив. Ходил, ничего нелегального не обнаружил. Прощупал хорошенько документы в левом кармане, нашел их там документы. Слава Трунов, значит, у нас здесь. Документы обратно в левый карман положу. Открою дверь, посажу, процедуру вне безопасности, закрою дверь. Там вроде 20 минут посидеть. Так, давайте, не будем рассказывать сколько. Да, ничего. Сеньор, вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, может и будет использовано. Вас судей. Вы имеете право найти телефон звонок адвоката. Если требуется помощь адвоката, она будет для вас запрошена. Вы понимаете свои права? Да, я не сеньор. Ну, я такой.
сеньор, к вам обращаюсь с уважением. Сэр, вы задержаны по статье 10 административного кодекса уклонение от административной ответственности. Я не сэр, я гражданин. Не слышно, офицер? Не слышно? Было слышно, когда я говорил статьи? Да, 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 все равно. Да, замечательно. В другом штате... Что в другом штате? Я говорю, в другом штате 76 лет, короче, нахожусь. За все время ни разу штраф не платил. А, это у вас принцип такой? Да, да, да. Ни разу в ГОСТе не был. Я знаю, что вы казином увлекаетесь. Да, да. Что, коллега, знаете его? Ну да, вообще, да. Он... Что, как можете описать данного гражданина? Заядлый нарушитель. Слушайте, я про нарушение его не знаю, я его с другой стороны знаю. Какой другой стороны? Есть одна сторона? Нет, по поводу казино. Я вот с другой стороны не знаю. Что, казино грабит, что ли? Нет. Официально грабит? Он играет там, очень хорошо играет. Я всего лишь 8 лет в штате в этом. Я понял вас, сеньор. Ну, я думаю, там нечего делать. Ну что, коллега, раз вы так говорите, что вроде спокойно, адекватно и сам как бы не кричит, не сопротивляется, в принципе, сразу сказал, что платить не буду, значит, это принцип, а из-за принципов дело такое личное. Не будем, значит, портить жизнь гражданина. Тем более, там, неплата штрафа, бог с ней. Все, гражданин, всего доброго, и мы вас не видели, хорошего дня. Пойдем. Спасибо. Тыры, ничего, обратно?